Из-за аномально жаркой погоды повышаются риски пожаров сухой травы. С начала года она уже горела 466 раз. Большая часть палов произошла в населенных пунктах. Там зафиксировано 276 пожаров. Один из крупных произошел в деревне Першково Гусь-Хрустального района. На месте ЧП даже работал вертолет. Учитывая жаркие погодные условия, дефицит осадков и порывистый ветер, происходило сгорание 10 домов и других хозяйственных построек. Это в Гусь-Хрустальном районе. Контролируют обстановку в регионе 250 сотрудников различных ведомств. За нарушение требований пожарной безопасности они составляют протоколы. Например, сотрудники МЧС завели уже 545 административных дел. Органы местного самоуправления – 176, а сельскохозяйственные и земельные инспекторы – 128. Штрафы на граждан – до 4000 рублей. На должностные лица – до 400. На территории области с 1 мая введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение костров, сжигание мусора, сжигание сухой травянистой растительности, а также приготовление пищи на открытом огне и проведение огневых работ. Всего в области с начала года произошло 1492 техногенных пожара. По сравнению с прошлым годом количество снизилось на 13%, но возросло число погибших. В этом году огонь унес жизни уже 47 человек. Увеличение составило больше 2%. Травмировано 24 человека, что выше прошлогодних показателей на 14%.